Добрый день! Меня зовут Адиль Ермек. В этом видео я расскажу вам об этой школе, но вначале коротко о себе. Я директор компании Мариади, а также специалист в области английского среднего образования. Я уже 25 лет проживаю в Англии. Здесь я учился и работал. Уже 15 лет специализируюсь по вопросам английского среднего образования. У нас в компании сравнительно большая команда менеджеров по работе с клиентами, но всех наших клиентов, которых интересует среднее английское образование, я консультирую сам лично. Консультации по выбору частной школы для ребенка – большая ответственность, а полученные мной за эти многие годы опыт и экспертные знания передать кому-то из менеджеров в полном объеме очень сложно. От правильного выбора школы или колледжа может зависеть судьба вашего ребенка. Поэтому при выборе консультантов по такому важному вопросу всегда стоит быть очень осторожным. Теперь по существу. Школа LVS Ask. Во-первых, хочу обратить ваше внимание на то, что это не селективная школа. Если вы до сих пор не знаете разницу между селективными и неселективными школами, то вы, скорее всего, находитесь в самом начале пути своего знакомства с английской системой среднего образования. Мне лично больше импонируют неселективные школы, и по этому поводу у меня есть очень веские аргументы. Конечно, правильный выбор школы всегда будет зависеть от особенностей конкретного ребенка. Иногда случается так, что для некоторых детей мы рекомендуем селективные школы. Все очень индивидуально. Директором школы LVS с 2010 года является Кристин Кунофа, по образованию музыкант и магистр в бизнес-администрировании. Кристин сама мама троих детей, и все они тоже учатся в школе LVS. У родителей всех учеников есть электронный адрес директора. По любым вопросам она всегда идет на контакт с родителями состоявшихся учеников школы. Однако есть особенность. В отличие от директоров многих других школ, Кристин редко выходит познакомиться и даже поприветствовать родителей, которые пока еще не определились и только рассматривают в качестве варианта для обучения своих детей школы LVS. У этой школы прекрасное оснащение. Начиная с лаборатории по химии и физике и кончая спортивным комплексом с 25-метровым бассейном. Свой замечательный театр и очень сильный департамент по театральному искусству. Сильный факультет информационных технологий, где программирование начинают учить уже с младших классов. Именно в этой школе меня удивил тот факт, что девочки интересуются программированием не меньше, чем мальчики. Как правило, в английских школах с пансионом, а именно с обучением и проживанием в самой школе, учатся не более 10% английских детей, а все остальные – иностранцы. LVS Ascot в этом вопросе исключение из норм. Мало кто знает, что у этой школы есть определенная договоренность с английской армией. Армия спонсирует некоторых своих военнослужащих, которые не имеют возможности обучать своих детей на дневной основе и вынуждены их оставлять на пансионе. Именно поэтому в школе LVS на пансионной основе учится много английских детей, почти 40%. Как вы понимаете, наличие большого количества английских детей, которые не только учатся, но и живут в школе, в нашем случае – следует рассматривать как определенное преимущество. Школа находится в очень известном в Англии городе, королевском Аскоте. Это в 20 минутах езды от Виндзоровского замка, который является летней резиденцией королевы Великобритании. Аскот считается очень престижным местом в Англии, где издавна проживает английская аристократия. Поэтому в школе Аскот на дневной основе учатся дети из очень образованных, интеллигентных английских семей. У LVS Ascot много достоинств, но не всем эта школа подходит. Для каждого ребенка
школу нужно выбирать индивидуально. Об этой школе я могу рассказать вам многое. О том, в какие университеты поступают выпускники этой школы и по каким специальностям. Поделиться с вами отзывами самих учеников об этой школе, о ее преимуществах и недостатках. О том, каким детям эта школа подходит, а каким нет. И о том, что об этой школе говорят сами англичане. То, чего не знают другие агентства, и то, про что не пишут в интернете. Именно поэтому я не хотел бы раскрывать всю эту информацию на общедоступных интернет-ресурсах. Это мое ноу-хау, мои экспертные знания. Я знаком со школой лично, а не по рекламным каталогам. Если вы оставите свою заявку, то я постараюсь связаться с вами в течение 24 часов. И не только для того, чтобы закончить свой рассказ о интересующей вас школе, но и для того, чтобы помочь вам выбрать правильную стратегию по подбору школы или колледжа в Англии с учетом всех особенностей вашего ребенка и тех конкретных целей, которые вы преследуете. У этой школы очень много достоинств, но это еще не факт, что она подходит вашему ребенку. Я лично проведу собеседование с вашим ребенком и даже помогу вам определиться с выбором специальности. Конечно, в том случае, если вам это будет интересно. Моя помощь для вас будет абсолютно бесплатной. За мои услуги заплатите не вы, а школа, которую вы сами выберете, и мы поможем вам в нее поступить. Мы также подарим вам один триместр опекунства, так как имеем собственную опекунскую компанию в Англии. Если вы посмотрите следующее видео, нажав на эту кнопку, то вы поймете, как мы работаем и почему многие наши услуги вам будут предоставлены бесплатно. Или лучше сразу нажимайте сюда для того, чтобы заказать консультацию со мной. Всего доброго, до связи.